проанализировать задачу, найти креативное и нестандартное решение, устроить мозговой штурм, продемонстрировать умение работать в команде и познакомиться с приемами теории решения изобретательских задач предстояло участникам игры «Креатив Бой». Она прошла в центре «Лесная сказка» для учащихся 5-6 классов образовательных учреждений городского округа Щелково, участников проекта «Мир технических открытий». В игре приняли участие 7 команд. Цель вообще проекта «Мир технических открытий» – это развить интерес учащихся к техническому творчеству, а также в дальнейшем направление их к профессиям технической направленности. Проект у нас уже существует 8 лет, и в нем очень много участников. На сегодняшний день порядка 700 человек. А вы знаете, по какой причине у водолазов и аквалангистов возникает утиная речь? Как осьминогу открыть закрытые раковины устриц? На эти и другие задачи искали решения юные знатоки. По результатам игры лучшей стала команда пионера открытий школы номер 3. Второе место заняла «Искра» гимназии номер 2. Третье место у команды «Движение вверх» школы номер 20. Игра прошла интересно и даже немного, наверное, надо было думать очень сильно. И немного страшно было всей команде. Мы думали, что мы займем там какое-то, к примеру, третье, четвертое, но мы заняли первое, и мы очень рады всей командой. Мы играли слаженно, действовали как команда настоящая, и это, ну, очень много значит для победы, поэтому с такими успехами мы выиграли. Самые активные, дружные и креативные команды были награждены грамотами. Евгения Корытько, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.